А сегодня в районе стадиона будут нести службу более 400 полицейских, 100 сотрудников частных структур и 30 контролеров-распорядителей. На случай обострения обстановки предусмотрен резерв. Управление МВД России по Оренбургской области призывает болельщиков к соблюдению общественного порядка. В случае совершения противоправных действий со стороны болельщиков будет обеспечена их фото- и видеофиксация для доказательной базы при привлечении к ответственности.